Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Сегодня кулинарный рецепт под названием «Шарики воздушные». Что нам потребуется? 400 грамм филе любой рыбки, 2 столовые ложки риса, 1 морковка, 1 луковичка, 2 яйца, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки растительного масла, соль, зелень, пряности. Рис отвариваем до готовности, измельчаем репчатый лук, морковку натираем на терке, рыбное филе пропускаем через мясорубку, добавляем рис, овощи, яйца, соль и пряности. Все перемешиваем, формируем ручками шарики, смазываем маслом форму для запекания, выкладываем шарики, поливаем томатной пастой, разбавленной небольшим количеством воды, добавляем пряности и запекаем до готовности. Украшаем зеленью, готово, подаем. На сегодня все. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких. Все будет хорошо, будьте уверены.